Православные христиане откроют на берегу Тихого океана палатку для бездомных. В Находке по инициативе местной епархии планируют открыть центр помощи для бездомных. Он будет работать 24 часа в период с ноября по март, а летом перейдет на дневной режим работы. Для проекта уже выбрана площадка в черте города. На его реализацию необходимо 150 тысяч рублей, сбор которых начался среди организаций и частных благотворителей. В палатке вместимостью в 50 человек помогут восстановить утраченные документы и устроиться на работу. И там же будет оказываться медицинская помощь. Люди, ожидающие социального устройства, тоже смогут переждать там какое-то время. В палатке будут установлены мобильные душевые кабинки и биотуалеты, а также круглосуточный бесплатный телефон для звонков по всей России.